Привет, друзья! Украина получила французские ПТРК пятого поколения Акерон МП. ПТРК Акерон МП представляет из себя переносной и устанавливаемый на бронетехнику ПТРК с дальностью поражения цели до 5 км. На вооружение французской армии такие комплексы поступили в 2017 году. Комплекс разработан с целью замены в войсках ПТРК «Милан» и «Джавелин». ПТРК имеет три способа наведения на цель. Выстрелил и забыл. Второй способ – захват цели вне прямой видимости оператора после пуска ракеты. И третий – ручное наведение по двухстороннему оптоволоконному кабелю с возможностью перенацеливания. Ракета имеет неохлаждаемую инфракрасную головку самонаведения. Благодаря этому оператор не теряет несколько секунд перед выстрелом, и ракету можно наводить многократно. По результатам испытаний комплекс признан удачным и считается достаточно грозным оружием для танков и пехоты. Боеголовка ПТРК многоцелевая тандемная. В зависимости от выбранного режима заявляется пробитие до 1000 мм гомогенной брони за динамической защитой, бетонной стены толщины до 2 метров или поражение пехоты вольфрамовыми осколками в радиусе 15 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.